От бутылки к золотой медали. 65-летний пенсионер выиграл золото чемпионата России по пауэрлифтингу. Евгений Карпов честно признается, что раньше выпивал, но потом решил завязать и поправить здоровье. Взял в руки штангу. За полтора года он перешел к серьезным весам. Поехал на чемпионат России и взял там вес в становой тяге в 145 килограммов. Это рекорд. Подробнее Александр Алешин. Вышел на пенсию, занялся пауэрлифтингом и на первых же соревнованиях стал чемпионом. Чемпионом России и получил золото. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. Чемпион России все. Конечно, приятно. В 65 лет заработал, это очень приятно. Сказ, полтора года начал заниматься, я как потихонечку, в общем, раз прибавлял, и вот. В общем, за полгода его заработал все три медали почти что. Это может каждый в буквальном смысле. Вот тоже 61 год, 58. Просто стал заниматься силовой тренировкой по пауэрлифтингу, и результаты пошли, и мышечная масса у него стала расти, и ему самому это нравится. Друга одного встретил, как раз, он говорит, я хожу больше, как раз, в тренажерный зал, сейчас мне легче стало, намного дышать, и все. Я подумал, а я чем хуже его? Ну, я, в общем, раньше пил здорово, я, в общем, из изражений бухал здорово, я, как раз, неделями пил, как раз. Ну, сейчас 21 год не пью, 6 лет не курю. Сколько тут? 130. Если есть желание, главное желание, и тогда будет и результат. Он похудел, он подтянулся, у него мышечная масса, он прямо на глазах. И здоровье свое по первых легче стало. Я думаю, молодец. И женщина поглядывает ведь. Что хотите? Если идет такой обрюш, что так вот подтянутый мужчина. Вы поглядываете? Ну а что глядеть, я его вижу каждый день. Здесь классный кайф. Стремление к жизни, стремление жить. Какие-то проблемы, они остаются там. Некоторые раз неохота, как дома сидишь, вот я как раз, в общем, там придумываешь идти, не идти, а потом говоришь, это ведь тебе ведь надо. Собрался и пошел.